Так. О, господи, новый сериал «Могучие рейнджеры». Только что хотела спросить, это будет так же выглядеть... Ой, просто в качестве хорошем. Только что хотела спросить, это будет так же кринжово, как в детстве, то, что мы смотрели. Ну, в детстве это не было кринжово. Ты думаешь, что это нормально, потом со временем посмотрел, какое-то все кукольное. Оно реально такое же осталось, просто действительно стало просто лучше качество съемки. Позже даже костюмчики те же. Да? Не, подновили. Так даже ведь съемка та же самая, смотри. Да. Это у него прикол такой. Ой, постарели, А что у него голос такой? А он что, Бенджамин... Может, он молодой на самом деле? Может, просто у него лицо такое старое? Подожди, вдруг вам сказали старые, постарели? А что голос такой старый? Ну, подожди, посмотри на остальных. Не, ну он какой-то немножечко такой морщинный. Не, нет? Возрастной. Посмотри на остальных. Сейчас. Хотя это тоже такой взрослый мужчинка. Взрослый. А сколько им так? Тридцарик, сорокарик. Мой тридцарик, мне тридцарик. Ну все, Арсен тридцарик по-разному выглядит, Вадим. We gotta make sure we didn't hurt anybody else. Attention, Power Rangers! Get to your assigned stations now! Once a Ranger, always a Ranger. Спецэффекты. Да, вон они вернулись, реально. Да, стоп, взрослые рейнджеры. You wanna fight? You found one. Да. Соединение рейнджеров. А как? Ну, да, возрастные. 30 лет. Типа спустя 30 лет? Да. Ну, сколько им тут? Лет 50. Под 50, что ли? Ну, да, да. 45 где-то. Знаешь, что плюс у рейнджеров? Они всегда в костюмах, и можно спокойно каскадеров одевать туда, и они спокойно крутятся. Не нужно им париться и мучиться, и все. И качество Болливуда. О, роскошь, конечно. Могучий рейнджер. Слушай, а здесь будет интересно? Всегда. Все-таки персонажи взрослые сильно, нет? 19 апреля? А, так уже почти. А подожди, так это фильм? А, это сериал. Сериал, видимо, будет. Я думаю, знаешь, на чувство, Рейнджеры на чувство тоже. Ностальгии, да, тех, кто смотрел Рейнджера, посмотрит. Ну, сколько ему сейчас лет? Как нам? Как нам. Чуть-чуть младше, чуть-чуть старше. Да. Ну, хорошо. На чувствах ностальгии можно смотреть. А новая целевая аудитория дети. Им будет интересно смотреть какие-то взрослых дядей и тёть, которые бегают в костюмах. А, хрен знает, смотри. Вот если бы они были лет 15, то знаешь, как подростки. Когда подростки, ты как-то олицетворяешься с главными героями, тебе интересно наблюдать. А когда взрослые, уже нет такого ощущения. Это как, знаешь, помнишь, «Оно» мы с тобой смотрели? Первую часть с детьми. Она смотрелась прикольнее, чем со взрослыми, на самом деле. Ну, вторая часть, она хорошая. Да, ну так и по книге было, понимаешь, там как бы изначально было запланировано.